Привет, мои дорогие! Весна, время влюбляться. А знаете ли вы о приметах, которые говорят о любви? Например, приметы, которые являются предшественниками будущей влюбленности, романтики, а также приметы, которые могут вас предостеречь от чего-то, например, от ссор с близким, от охлаждения чувств. Это обязательно вы должны знать. Сегодня мы это рассмотрим. Нельзя фотографироваться вместе до самой свадьбы, иначе это сулит ссоры и возможную разлуку, не исключен развод. Если у вас будет возможность фотографироваться в одной компании, фотографируйтесь по очереди. Когда вы дарите свою фотографию любимому человеку, никогда не говорите на память, иначе он вас очень быстро забудет. Просто подарите. Не рекомендуется целоваться на ступеньках, в лифте и на пороге. Это к ссорам. Увидеть на свидании двойню к прочному браку. Если в одно из ваших первых свиданий пошел дождь, это означает взаимную любовь, а также достаток. Мужчинам не рекомендуется дарить своим женщинам желтые цветы. Это к разлуке. Если мужчина подарит женщине орхидеи, то его чувства быстро к ней охладеют. Лучше дарить красные цветы, это цвет страсти, цвет взаимной любви. Белые цветы – это цвет нежности, чистоты, романтики. Розовые цветы – это цвет исполнения желаний в любви. Нельзя вытирать руки, либо вытираться одним и тем же полотенцем. Это к тому, что вы будете часто ссориться, поэтому лучше запастись разными полотенцами. Если вас стали преследовать приятные ароматы, то знаете, что они ассоциируются с любовью и романтикой. Если вы ощущаете приятный аромат там, где его просто не может быть, значит, вас ждет любовь. Имеется в виду фруктовый аромат в транспорте, хвойный в офисе и любой другой аромат, который ощущается в неположенном для него месте. Главное, чтобы он был приятен вам. Радуйтесь каждому дню прожитому. Дарите свою любовь близким и любимому человеку. А также подписывайтесь на мой канал. Ваша Наташа. Что-то дома мне.